Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет умная мультиварка Polaris 0530 Wi-Fi IQ Home. 300 режимов приготовления, приложение, 20 автоматических программ, керамическое покрытие у чаши, 3-летняя гарантия и возможность интеграции с голосовыми помощниками. Доступна она в основном в сети DNS, стоимость на момент публикации 7000 рублей, может меняться в зависимости от дней. Всегда контролируйте, ссылка в описании к этому видео. Комплект включает поддон для готовки на пару, ложку-лопатку, книгу с рецептами, мерный стакан, различную документацию. Выполнена в корпусе обтекаемой формы, в оформлении преобладают стильные темные цвета, выглядит премиально. Крышка с текстурным покрытием в виде шлифованного металла. На ней выведен клапан сброса давления. Для удобства переноски с места на место есть откидная ручка. В собранном состоянии не мешается и скрывается в тыльной части корпуса. Там же в этой зоне находится съемный контейнер для сбора конденсата из прозрачного пластика. На основании 4 ножки с резиновыми накладками, стоит устойчиво. Управление осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок, они распределены на лицевой панели, реализованы в виде наглядных иконок и аннотации на русском языке. Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно, на касание реагирует точно. В центре дисплея синей подсветкой верхняя зона отображает время и температуру готовки. Ниже 20 отдельных иконок, каждая из которых соответствует автоматической программе. Комплектная чаша объемом 5 литров, антипригарное керамическое покрытие, оно прочное и безопасное для здоровья. Но важно использовать специальные столовые приборы. В комплекте, напомню, есть чашка и лопатка, они продлят срок вашей службы. И для удобного извлечения чаши из мультиварки по краям есть пластиковые ручки, не обожгетесь. Также владелец мультиварки сможет готовить на пару, есть перфорированный поддон из черного пластика. Используется общее приложение IQ Home, дистанционный контроль, база рецептов, активация режимов, соединение по Wi-Fi стабильное, мы тестировали ее длительное время, если не ошибаюсь, в течение 2 месяца. В окне управления можно посмотреть таймер, изменить температуру готовки, прогнозируемое время на завершение цикла готовки. Помимо 20 автоматических режимов есть мой рецепт плюс. В нем владелец дает до 9 шагов и в каждом из них свое время и температуру. Отложенный старт, разогрев, блокировка ADT, есть большая база встроенных рецептов. Они отсортированы по типу, каждый иллюстрирован, доступен поиск. По выбранным рецептам выводится список ингредиентов и объем, необходимый для них. Выбранные можно включить на мультиварке и приступить к готовке. Дополнительно к этому в комплекте идет книга с рецептами. Также можно интегрировать с голосовым помощником от Mail.ru и Яндекс. Мы используем Алису, с ней можно включать-выключать мультиварку с окна управления. Да давайте просто посмотрим. Включи мультиварку. Включаю. Температура мультиварка. Целевая температура 100 градусов Цельсия. Выключи мультиварку. Окей. Поставь режим суп мультиварка. Конечно. Поставь температуру 110 градусов мультиварка. Прямо сейчас устройство занято. Давайте... Включи мультиварку. Включи. Прибавь температуру мультиварка. Целевая температура 115 градусов Цельсия. Выключи мультиварку. Окей, выключаю. Включи мультиварку через 15 минут. Хорошо, запомнила. Сделаю сегодня в 8 часов 39 минут. Выключи мультиварку. Окей, выключаем. Поставь температуру 100 градусов мультиварка. Делаю. Включи режим суп мультиварка. Готовили разные типы блюд, наиболее часто я готовлю в мультиварке кашу, очень удобно, не пригорает. Засыпали крупу, добавили воду, выбрали программу молочная каша, например, или овсянка. И в течение 15 минут каша получается без комочков, не пригорает к чаше, вкусно. Тушеное мясо тоже нравится готовить. Здесь за счет того, что крышка закрывается, создается целый рот давления во время готовки. Мясо получается очень мягким, можно тушить соусами, все это мешать. Тоже нравится больше, чем на варочной панели. Почему? Потому что не нужно просто контролировать. Также эта мультиварка позволяет готовить, например, варенье. Можно даже выпекать, например, какие-то десерты. Тоже интересно. И как замена, например, духовому шкафу, если нет места, тоже вполне позволяет.
Мультиварка станет отличным помощником на любой кухне. С помощью нее можно готовить самые разнообразные блюда. Здесь есть Wi-Fi, здесь есть голосовой помощник, и здесь есть качественное исполнение, есть большое количество программ и база рецептов. С удовольствием обсудим с вами Polaris 0530 Wi-Fi Geek Home. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.